29 июня Кашхабльский район с рабочим визитом посетила делегация в составе заведующей отделом социально-трудовых отношений и социального партнерства Центрального комитета Общероссийского профессионального союза работников в госучреждении Юлии Сажневой, председателя отдела комиссии по социально-экономическим вопросам Фаины Баковой и председателя Адыгейской республиканской организации профсоюза Марины Дзендзюк. Гостей встретили в администрации района, но прежде чем приступить к непосредственной работе, они выполнили приятную миссию. Как член нашего профсоюза почетный, хотел бы вам вручить почетную грамоту президиума профсоюза государственных учреждений за содействие профсоюза в реализации уставных целей и задач и личный вклад в развитие социального партнерства. Спасибо. Так что от лица профсоюза госучреждений позвольте вам получить. Профсоюзным организациям всегда уделяли и будем уделять внимание, потому что это ответственная, серьезная работа. Грамоты был удостоен и Рустам Хупов, чья работа, по мнению делегатов, как председателя первичной профсоюзной организации администрации района, признана самой лучшей. От Руслана Базетовича, от Федерации независимых профсоюзов России, профсоюзному нашему лидеру, тоже вручаю почетную грамоту. Спасибо. Рустам Бесланович. После процедуры награждения гости обменялись опытом и наметили дальнейшие планы работы. Цель визита, я из Общероссийского профессионального союза федерального уровня, приехали с визитом в нашу организацию Адыгейскую республиканскую, чтобы посмотреть, изучить опыт работы нашей организации и распространить тот положительный опыт, который есть здесь на другие регионы. Здесь посетили здешнюю организацию, потому что очень большой охват профсоюзного членства, да, и вот как бы можно посмотреть, может быть, там председатель первичной профсоюзной организации, чем-то там объединенной организации со мной поделится наиболее интересными своими наработками, да, чем он привлекает, чем он мотивирует людей, чтобы он вступал в профсоюз. И уже дальше тогда попытаемся обобщить этот опыт и дальше вот распространить на другие наши региональные организации. Собственно, я и приехала сюда учиться, да, посмотреть, что здесь можно. Здесь, ну, самая наивысшая оценка, поэтому отметить председателя. Вот отметили его сегодня на уровне Федерации профсоюзов, да, следующий вот уже будет отмечено наши уже на уже уровне, да, Федерального профсоюза, Центрального комитета, да, будет уже обязательно отмечен за такой охват, за такую работу. То есть это очень дорого стоит, мы понимаем, сколько сюда вложено сил, понимаем, сколько сюда вложено времени, поэтому только с благодарностью, да, и спасибо вам большое за вашу работу, и на 5 баллов, да, из 5, отлично, на отлично все. Хочется пожелать председателю первичной профсоюзной организации района Рустаму Хупову дальнейших успехов в работе и удачи во всех его начинаниях.